Добрый день, меня зовут Александр Тюлюкин, мне 14 лет, я в театральной студии «Ирбис» занимаюсь 6 лет, и за это время участвовал в более чем 30 спектаклях, как и драматический актер, так как и пластический, хотя пластические роли мне больше нравятся. Последняя роль, кстати, это Гришка из произведения Зощенко, это комедия, и мне она очень нравится. Спасибо.